Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1262, и нам нужно решить задачу. Скорость катера по течению 23,7 км в час. Нужно найти собственную скорость катера и его скорость против течения, если скорость течения 3,8 км в час. И первым действием узнаем скорость катера. Нам известна скорость по течению и скорость самого течения. Когда катер плывет по течению, течение реки ему плыть помогает, то есть его скорость собственно увеличивается на скорость течения реки. То есть, чтобы получить скорость катера по течению, надо к собственной скорости прибавить скорость течения реки. Ну а если нам известна скорость по течению и скорость течения, то чтобы найти собственную скорость, нужно из скорости по течению вычесть скорость течения реки. 23,7 минус 3,8. Давайте выполним это вычитание в столбик. Запятая обязательно под запятой. 7 минус 8 не вычесть. У тройки занимаем 17 минус 8, 9. У тройки заняли. Двойка осталась, кто запятую сносим. 2 минус 3 не вычесть. У двойки занимаем 12 минус 3, 9. У двойки заняли. Единица осталась, и ее сносим. 19,9 километра в час – это скорость катера, то есть собственная скорость катера. И вторым действием найдем скорость против течения. Когда катер плывет против течения, течение реки ему плыть мешает, то есть его скорость замедляется, становится меньше на скорость течения реки. То есть, чтобы узнать скорость катера против течения реки, нужно из собственной скорости, которую мы нашли в первом действии, вычесть скорость течения реки. 19,9 минус 3,8, получаем 16,1 километра в час. Это скорость против течения. И запишем ответ. 19,9 км в час собственная скорость катера и 16,1 км в час скорость против течения. И выполнили задание 1262. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопроса, предложения или пожелания подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.